Вот. Россия не должна на украинский Донбасс не вводить ни войска, ни армии, ничего. Ну, потому что это нереально. Ну, потому что у них там невозможно узнать, кто из них кто. У них идет война настоящая. Ну, мать убивает сына и так далее. И в этом не разберешься. Нужно выждать. Выждать и оказывать помощь гуманитарную людям, чтобы они не умерли с голода. А вот и все. Но ни в коем случае не войска, а потому что это будет на руку именно тем, кто организовал эту бойню. Будут обвинять Россию и рассказывать, вот это Россия, а вот смотрите, она убивает всех мирных жителей и так далее. То есть Россию пытается затянуть в эту бойню, но Путин мужественно молчит. А молодец.